Такой вопрос прислала мещанка Ангелина Смирнова. Недавно в магазине я покупала ткань. Продавец при отмеривании так сильно ее натягивала, что потом мастер ватрения досчитала 15 сантиметров длины. Правомерно ли действие продавца? Может, есть какие-то критерии при отмеривании ткани? Уважаемая Ангелина, критерии действительно есть. Отмеривание ватина, шерстяных и других тяжелых объемных тканей при продаже покупателю производится путем наложения деревянного метра на изделие, лежащее на прилавке в свободном состоянии, то есть без складок. Тонкие и легкие ткани отмериваются деревянным метром при свободном, без натяжения, приложении к метру. Ежедневно, по будним дням, операторы горячей линии с 9:00 до 22:00 готовы принять все ваши сообщения. Запомните, а лучше запишите телефоны горячей линии СТВ. Городской 290-66-00 или мобили 1-600-700. Пишите письма, звоните и добро пожаловаться.